поняли, что это? Дрон-кризис! На новобранцы! Дрон-кризис! Взял кристаллики из банка сразу, ёперный балет. Друзья, в этом видео разыгрывается 10 контейнеров. Чтобы поучаствовать и забрать конты, вам нужно подписаться на мой канал, поставить лайк под это видео и в комментарии написать свой игровой никнейм и слово «участвую». А итоги будут на стриме. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это? Дрон-кризис! Охренеть просто! Второй дрон выпадает на младшем лейтенанте уже. Ребят, всем привет, с вами Биг Танкс. И сегодня у нас день рождения танков онлайн, 4 июня. Много всяких обнов и много всего сегодня я вам покажу. Давайте сразу перейдем к делу и на другой аккаунт. Охренеть! Итак, я переместился на новобранца и не на простого, а на супер опасного. Друзья, хочу порекомендовать вам канал начинающего танкового ютубера, который очень часто проводит стримы. Даже сейчас он стримит. А ну-ка, давайте зайдем к нему. Привет! Написали, и, ребят, тоже переходите, подписывайтесь на его канал. Кстати, на своих стримах он делает розыгрыши офигенные. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и передавайте от меня приветос. Смотрим, здесь есть премка, здесь есть 8,5 миллионов кристаллов. И как вы услышали в том фрагменте, что мне выпал второй дрон. Да, я радовался второму дрону, потому что первый здесь, на новобранце, дрон кризис уже полностью прокачанный, просто офигенный на новобранце дрон кризис. Вы представляете, что что это вообще такое, что сейчас будет творить этот дрон? Я, честно, не представляю, я еще не играл. И пока я здесь открывал контейнеры, мне выпало много коинбоксов. Смотрите, сколько просто дофигища из ультраконтейнеров коинбоксы. Также много устройств, и прямо сейчас я возьму какое-то опаснейшее вооруженице и пойду посмотрю, что там, как дела в бою. Ах да, я сказал, что это опаснейший новобранец. Вжух! А теперь погнали. Итак, здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Я в бою, шоу, у нас кого стрелять, кого бить. Ё-моё, маленькие новобранчики. Смотрите, юзер. Это чуваки вообще с телефонов, походу. Ребята, первые кристаллики берем. Опа, вкусняшка, нормас. Так, ребят, давайте протестим дрон, который называется Кризис. Его супер особенность, собственно, супер нитра. Ни хрена себе. Это, подождите, это какой хантер? Это какая модификация Хантера? Ё-моё! Вот это имба, дрон! Короче, ребят, как вы поняли, я не собираюсь бить вот таких вот малышей, потому что это слишком, блин, как-то будет не то. На новобранца сейчас буду с супервооружением каким-то всех фигачить. Не, первое время мы покачаемся только лишь на кристаллах, которые падают с неба. Их добавили сегодня, и в этих кристаллах, как вы поняли, может выпасть что? Кристаллы 10 штучек и опыт 10 штучек. Поэтому я просто катаюсь, никого не бью, вообще мины не ставлю. Просто забираю кристаллики. Извини, пожалуйста, Титан, тебе еще выпадет, я поехал по своим делам. Бить тебя не буду, трогать не буду, но кристаллик заберу. Вот, поэтому, в принципе, вот так мы сейчас покачаемся. Я вообще в шоке, потому что это первый мой аккаунт, где я, собственно, вообще никого не стреляю и просто качаю звонку. Смотрите на новобранца. Я думаю, что чуваки сейчас вообще мега в шоке, то, что такое возможно. Я катаюсь с дроном Кризис, который вот только появился в игре. Он мне выпал и на новобранца. Вы представляете, насколько это жестко? Вот, и, кстати, если что, я подготовился, и товарищи, которые в этом бою, они меня абсолютно никак не могут остановить, потому что у меня стоит устройство от овердрайва Хантера. То есть, как бы, ну, гудмоды вон, что ли, получается. Но не будем сильно жестко тут как бы выпендриваться, вот это всех мочить мы не планируем. Наша задача это просто зайти, протестить данный дрон, и потом уже... Что-то будет. О, вижу кристаллик. О, сейчас будет паркур просто. Лёха бег, паркурист, 10 опыта. Отлично. О, видите, он меня пытался остановить. А ну, кищ. Пытался остановить меня. Ух, какой разбийник. О, летит кристаллик. Далеко летит кристаллик. Я лечу. Просто как бешеный воробей. Блин, мне кажется, сейчас я получу звонку. О, профука. Ну ладно, забирай хантрочек. Так, ой-ой-ой, фриз. Здравствуйте. До свиданечка. Капец, блин, я просто не понимаю. Я ношусь с такой скоростью бешеной, как будто у меня не хантер на маленьких диапазонах званий. Блин, а какой-то МК-7 хантер. И то, мне кажется, что хантер МК-7 фул прокачки так сильно даже не набирает скорость, что-то мне подсказывает, потому что, блин, это, ну, это слишком, как мне кажется, это слишком. Что будет, когда я включу двойной урон? Насколько будет у меня преимущество? О, ребят, я боюсь представить. Давайте мы сейчас все-таки до конца допылесосим эти кристаллики, получим звоночку и пойдем попытаемся потестим, собственно, данное вооружение в реальном бою. Что там, как там будет наносить урон, как будет сдерживать урон. Ну, сдерживается, кстати, урон очень неплохо. Меня фигачат, вот видите, как бы, смотрите, я вот стал, меня две смоки бьют.
Вот они так нормально фигачат, но я не буду выпендриваться, потому что сейчас могут слить. А у меня как бы, ну, если они сейчас овердрайв нажмут, то они меня сольют точно, когда у меня нарко не будет работать. Ну, он так хотел меня слить, что аж упал в полуминус. В минус, ой. Извините, пожалуйста. О, звонка! Офигеть, взял кристаллики, звонка сразу. Ёперный, блин. Так, надо аптеку. Аптека, аптека, где аптека? Ладно, свою схаваю. Включу нитру и поехал дальше. Блин, ну вот такая прокачка, да? Да, а шо, а иначе никак? Так, а ну-ка. Здравствуйте, уважаемый кристалл. Я уже с вами получил звоночку. Я хочу еще кристалликов. Так, смока. А ну-ка, продемонстрирую свою мощь. А ну-ка, давай. А ну. Ну, стреляй. Да, пробел. Да не, не назад. Кнопка на... Да куда? О-о-о. Испугался. Ну, ничего, бывает. Может, первый раз человек в танки зашел. Со всеми бывает. У меня тоже такое было, когда я в 2012-м как начал играть. Так я там и падал, блин, и со стула падал. И как не так вообще. Вот из табуретки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, новобранцы, отстаньте. Отстаньте, новобранцы. Отвалите. Отвалите. Отвалите от меня, нет! Ах вы ж, блин, забуцали, запинали. Я ж вас не трогаю, я ж вас не бью. О, а тут меня поздравляют, спасибо, спасибо. Ням. Ням. Ням, 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 ням. 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 Хе-хе-хе-хе-хе. Ням. Ням. Йоу! Ням. Ням. Как вы поняли, я только что получил третье звание, просто собирая кристаллики. И вообще никого не убивал, просто пылесосил кристаллики. И я вам скажу, что это не так просто. Очень много конкурентов, которые тоже хотят их забрать. То есть мы таким образом немножечко подкачали званочку. Теперь попадаются более-менее опасные пацаны. И против них уже можно применить новый дрон Кризис. Поэтому, что мы делаем? Я не буду брать никакие хантеры пока что, не надо никакая смока, просто васпа реля. И не будем выделяться, просто зеленочка, без скинов, погнали. Ну что, товарищ Кризис? Товарищ Кризис? О, привет, покажи вообще, на что ты способен, раскройся полностью, все свои возможности, потому что нитра это хорошо, все дела, броня, как-то нужно в кого-то стрельнуть, кого-то шлепнуть можно. Вот, к примеру, вот это вот хантер, о, жигу, жигу, хочу жигу сначала, потом хантерочка, подожди, подожди, мой хороший, нет, там раскачка, ой, сложно, сложно, раскачка, пучки не делается, нитруха, и просто ДДшка, нитруха. Вот сейчас, ребят, вы просто посмотрите на вот этот вот пипец, который будет происходить. Я не знаю, разработчикам, честно говоря, нужно удалять этот дрон. И то, что я его выбил, пускай, не знаю, как-то возмещают мне и всем остальным, там, танкоин или еще чем-то отдают. Но потому что я считаю, что этот дрон офигенный, крутой, реально веселый, но он дисбалансный. И я бы не хотел бы попасться против вот такого чувака, которым я являюсь. Потому что, ну, представьте, насколько это жестко. Я сейчас просто беспрепятственно навожу флажочки, и это вообще, ну, слишком изи. Ну, посмотрите, я просто взял, хопа, нитру включил, еду себе, кайфую, в полете включаю броню, чтобы если стреляли, то я выдержал нитруху опять, еду с мега скоростью, потом догоняю врага, так, а ну-ка, и просто наглым образом в спину, бах, и уничтожаю, включаю броню, чтобы точно меня не слили. И просто ставлю флаг. Вы представляете, насколько это просто? Уважаемый юзер, наверное, с телефона пацанчик играет. Он со скоростью маленького медленного суслика катается. Я, блин, бешеный, бешеная устрица, Леха. 6-0. Сколько времени прошло? Я не знаю. Минуты, наверное, 2,5. 3 ушло, и все. Я привез 5 флагов. Слушайте, давайте сейчас рекорд поставим. Сколько можно с этим дроном закончить бой? Погнали попробуем. Реально, просто. С вас лайк, а я пошел экспериментировать. Йоу, Леха, скоростной пацанчик в бою. Погнали, короче, ставит рекорд, я посмотрел, я в том бою закончил за 2 минуты и, по-моему, 58 секунд. То есть, в принципе, 3 минутки и бой был завершен. Давайте посмотрим, сколько в этом получится, но сейчас будем начинать наматывать круги. О, пацаны уже стреляют. Так, пацаны, аптека нитра. Броня нитра. Броня нитра. Но это на всякий случай, чтобы не стреляли мне куда-то там взад, потому что аптека уже на КД, и мне бы хотелось бы без вот таких вот всяких уходов на респ по фасту достать. Так, броня, бомба. Чуть-чуть, пацаны, шо вы тут? Что ж вы делаете, хлопцы? Текайте! Ой, ё-моё, движение, конечно, тут просто бешеное. Так, уважаемый.
Да, давай, Гриша, проезжай. Так, отлично. Короче, я понял. Тут как... Я не знаю даже, как тут ездить, потому что тут союзники. Что делать? Ой-ой-ой, дружочек, тебе этот флаг вообще не нужен. Стой. Ой, красава, вообще, все нормально. Так, лучше будет, если я возьму. Будет немножечко побыстрее. Так, опа, спасибочки. Так, быстренько. Тихо-тихо. Ну, пацаны, ну... Ну, пацаны, ну что вы... Ну, господи. Да дайте рекорды побить. Ну, ё-моё, пацаны. Что-то пацаны вообще потерялись немножко. Так, все, я поехал за следующим. Так, 4-0 уже есть. Не знаю, успею. Можно было быстрее, но преграда была. Блин! Ну то... Придется ждать, походу. Ну, слейте его. Давай, пацаны. Пацанва, сливайте! Гурбой толпой. Ну, а, он уже аптеку съел. Ну, короче, блин, рекорда не было. Но, может быть, он как-то допердит, допыхтит. Ну, отлично! Отлично, просто... Ты молодец, но, тем не менее, сколько? Минута 50. Ребята, это новый рекорд. И на этом рекорде, я думаю, вы уже понимаете, что вообще дрон из себя представляет. Я думаю, можно закончить видос. Если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это такой чисто жесткий, опасный был тест. Я вообще в шоке от того, что мне выпал дрон на новобранце. Это вообще просто жесть. Поэтому все, ребят, если хотите больше классных, опасных роликов, то лепите лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Ну, а с вами был Биг Танкс. Всем удачи, всем пока!